Вот снимаю сегодня видео 14 января 2018 года. Это уже законченный мой забор. Здесь я написал тоже деревянные буквы. Имя РН Вероника Лайф. РН — это Register Nurse, это профессия. И вместо деревянных оконечностей столбов я поставил светящиеся лампочки. И покрасил, естественно, забор в темно-коричневый цвет. В двух цветах. Темно-коричневые столбы и светло-коричневые сами палеты. И вон они идут вот так вот. Каждый столб у нас обозначен фонариком. Это очень хорошая идея. Вот. Эта комната была даниловская. Здесь все переделал, все перестроил. Делаю под маму. Поставил жалюзи с обоих сторон. Вынес старую мебель, занес все новое, современное и антиквар. Вот у нас с этой стороны, ну сейчас темно, уже плохо видно. Вот. Показываю со стороны дороги. Это соседский дом, он увидел, как у нас лазеры здесь гуляют на Новый год. И видно, его жена заставила нарядить, он тут лазил неделю. Покупали, строили, делали. И тут вот такие вот светящиеся столбики. Ну, это я делал, их ставил давно. Их тут снегом замело, занесло. Кое-где видно вот еще на участке. Вот это вот две березы стоят. Вокруг них тут елочки у нас. Мной посажены, естественно. Вот участок. Холодно опять, мороз, машина. Здесь вот этот участок, вот весь этот участок полностью... Часть мы выкупили, а вот эта вот часть вдоль дороги осталось забрать. И я буду строить там еще один дом. Вот, может быть, тебе, Дима, может быть, сдадим. Будет видно. Вон Сема убежал, испугался. Вон он стоит. Ну что ты испугался? Папа пришел. Сема. Скажи, я не трус, но я боюсь иногда, да? Ну да. Все. Так, вот мое стойбище. Здесь я картины вот делал сегодня опять. Вот книга музейная 18 века. Вот так, с такими вот железными оплетками. На болтах. Вся такая конкретная. Конкретная. Ну, это вот сейчас еще придут. 4 финки масонских, потом дополнительно покажу. Это шедевр. Покрыта, одна покрыта из них 24-каратным золотом. Ну, супер дорогая. Вот. Вот так вот такой вот у меня легкий бардачок. Пойду кота запущу. Пускай дома в тепле сидит. Всем пока.